А также здесь есть целых две версии Бравл Старза. Это Шерри, но почему-то подвержена в этой выйдете панда. Окей, панда, первый кейс пошел, что же нам тут выпадет? Господи! Давай не подписывайся на канал иначе. Иначе подвешу каждого, как Леона, панда. В этой видите, это отрубленная голова панда. Это голова Леона без капюшона. Чё творим, про меня зовут Царь Кионис. И просто сразу же при подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь при отрыве Суприм Банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как Мишу против пищи нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Потому что сегодня я куплю Бравл Старс Даргнета. А также в эту адскую версию Бравл Старса, которую я куплю, сможете сыграть вы, банда. Я загружу эту игру на какой-то сайт, а ссылку оставлю вам для скачивания. Но где будет эта ссылка, я скажу чуть позже. Сейчас же о другом, банда. Почти полгода назад я играл в Бравл Старс 3 часа ночи. А как мы знаем, банда, в 3 часа ночи всегда происходит какая-то мистика. И то, что было тогда, мне все еще страшно вспоминать. 3 часа ночи, после того, как я сыграл в Бравл Старс, в реальном мире появилась Шелли. После чего она просто выстрелила мне в ногу. И у меня была огромная рана в ноге. Благо, в Даркнете было зелье регенерации, оно мне очень помогло. Сегодня же, банда, по идее, такого не должно быть. Потому что мы даже не будем в этой игре в 3 часа ночи. Мы купим игру с Даркнета. И, банда, я уже сделал заказ на эту игру. И мне скинули координаты, где находится флешка с этой игрой. И сегодня, банда, я вместе с вами отправлюсь по эту флешку. И на самом деле это очень опасно идти по какому-то адресу, который мне дали в Даркнете. Но, банда, все ради вас. Именно поэтому давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я куплю Грэнни с Даркнета. Только представьте, что там будет. Это будет самая настоящая жесть. Так что, банда, давай опускайся, не режь мой царский лайк. А также, вера, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. И на этом, банда, ссылка в описании. А мы тем временем отправляемся по флешку, погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Мы уже отправляемся по флешку с Даркнета с Бравл Старсом. Нам скинули координаты, а также фотографию, где она есть. Там какая-то автобусная остановка. Тем не менее, бро, я очень волнуюсь, потому что мы не знаем, где это. Это очень далеко от нас. Тем не менее, бро, уже встретимся с вами, когда будем на месте. Окей, Суприм Банда, что ж, мы, кажется, уже на месте. Вот эта фотография, которую мне скинули. А вот эта остановка, просто посмотрите. Она точь-в-точь похожа. Мне кажется, что это должно быть где-то здесь. Что ж, банда, я очень волнуюсь. Тем не менее, господи, надеюсь, что... Опачки, здесь что-то есть, банда. Посмотрите, это флешка, черт! Скорее идем домой, Настя! Окей, банда, мы уже дома. И мне просто не верится, нас не кинули в Даркнете. Нам реально оставили флешку. И посмотрите, под этой флешкой оставлена надпись БС. Что можно прийти понять, что это Бравл Старс. И посмотрите, эта надпись как будто написана кровью. Какой-то очень красный свет. Окей, бро, тем не менее, давайте уже скорее вставим эту флешку в мой компьютер и проверим, что же здесь есть. Возможно, здесь реальный Бравл Старс Даркнета. Погнали. Господи, банда, если честно, очень волнуюсь, потому что не знаю, что на этой флешке. Возможно, это вообще какой-то вирус, который просто уничтожил мой компьютер. Тем не менее, бро, давайте уже его вставим. Мне реально интересно, что же там. Окей, банда, я всую эту флешку в свой компьютер. Господи, это просто жесть, посмотрите. У нас что-то получилось. Это запустилась эта флешка, она подписана как CD-карт. А также здесь есть целых две версии Бравл Старса. Просто посмотрите. Первая обычный Бравл Старс и вторая Бравл Старс с красной иконкой. Это просто жесть. А также здесь еще есть какой-то блэкнот. Давайте посмотрим, что в нем есть. Окей, банда, здесь написано «Не запускай». Тебя ждет смерть, вы это видите, банда? Что вообще происходит, что за шутки? Окей, банда. Да эти надписи реально очень стрёмно выглядят. Тем не менее, давайте попробуем запустить красную версию Бравл Старса. Возможно, там будет что-то очень интересное. Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что сейчас я уже запущу этот Бравл Старс. Я очень волнуюсь, банда, потому что раньше никогда не играл в Бравл Старс Даркнета. Только в 3 часа ночи это уже было страшно. Окей, банда, я запускаю эту красную иконку. Пока что только черный экран, надеюсь, все будет хорошо. О, появился какой-то закрученный экран, посмотрите. Это пока что обычный Бравл Старс. Возможно, это будет до конца обычный Бравл Старс. Нас просто кто-то пытался обмануть в интернете, чтобы просто заработать денег. Итак, запустится наши Бравл Старс. И посмотрите, у нас уже есть 2252 кубка, вы это видите? И также здесь уже есть какой-то друг, который хочет со мной сыграть. Давайте сейчас сыграем с ним. Господи, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Возможно, что будет происходить с этим другом. Тем не менее, давайте проверим это. Итак, потом мы начинаем нашу игру. Если честно, очень редко играю в Бравл Старс, так что давайте будем пытаться тянуть. Зато посмотрите, мой тиммейт так знатно отдувается за меня. Он играет за целых двоих. Окей, я закилю туда пока что бомбочкой, надеюсь, что кого-то убью. Тем не менее, бро, я уже в центре. Я слышу, что Бравл Старс нужно быть постоянно в центре. И тогда ты точно выиграешь. Итак, мы пока со своим тиммейтом просто сидим в кустах.
Я ничего не могу сделать, только что завис. Отвлекается твист банды, могу снова двигаться. Я просто буду бегать за ними. Я очень надеюсь, что на какой-то киберспортсмен в этой игре. Тем не менее, посмотрите, он уже убивает кого-то. Господи, он реально хорош здесь. Так, я просто закидываю все бомбочками, надеюсь, что кого-то тоже убью. Посмотрите, все просто лагает. Черт, меня убили, банда. Игра просто залагала, меня сразу уже убили. Окей, банда, я хочу ревать, я хочу отомстить этим игрокам. Вы видели, это банда, были помехи, черт! И опять! Вы все пролосты, их нет, просто посмотрите! Что вообще происходит, вы видите это? Просто помехи, банда! Неужели это уже запускается пролосты с Даркнета? Господи, черный экран! Началась загрузка! Просто посмотрите на это! Красный значок пролосты и красная загрузка! Даркнет! Создатель Даркнет, вы это видите, банда? О, господи, просто посмотрите на эту загрузку! Это жесть, все такое красное! Уже ли белые глаза, у старика тоже белые глаза! Это просто жесть, банда, похоже, мы реально купили Бравл Старс Даркнета! Мне просто в это не верится! Тем не менее, просто что будет дальше? Окей, банда нас кинула в лобби! И просто посмотрите, здесь ничего нету! Никакого персонажа нету! Хотя, как я думаю, в Бравл Старсе должны даваться какие-то изначальные персонажи! Тем не менее, посмотрите на это! У нас здесь 666 монет, а также 666 кристаллов! Это просто жесть! Банда. Все связано с этой адской цифрой. Тем не менее, посмотрите, у нас здесь 100 кейсов и 10 кейсов каких-то редких. А также у нас здесь какое-то событие Даркнет. То есть у нас выбран режим Даркнет или как это понимать? Тем не менее, про это очень странно, мне просто не верится. Посмотрите, почему-то все темнеет, вы это видите? Господи, посмотрите на это! Это Шерри, она почему-то подвешена, вы это видите, банда? Она реально подвешена! Это жесть, она что, мертвая? Сразу уже с первых минут Бравл Старсе происходит что-то странное! Окей, банда, посмотрите, я могу менять персонажа, вы это видите? Прямо в лобби! Это Леон, он также подвешенный! А также, посмотрите, у него с капюшона идет кровь! То есть он плачет кровавыми слезами! А господи, также здесь есть Ворон! Господи, просто посмотрите, они все подвешены, Ворон тоже мертвый! О, черт, здесь есть и как тут, посмотрите! Как по мне, банда, это был самый добрый персонаж! Персонаж, он тоже мертвый. У него из глаз и изо рта тоже идет кровь. Это такая жесть, банда. Они просто все мертвые. Тем не менее, про посмотрите, такого не было в обычном Бравл Старсе. Если я могу менять прямо в главном меню персонажей. Окей, банда, тут у нас еще есть это Шелли. Получается, у меня всего лишь 4 персонажа, которые уже мертвые. Они все просто подвешены. Это жесть. Тем не менее, про давайте теперь попробуем как-то сыграть в режим этот Даркнет. Возможно, здесь будет что-то интересное. Окей, я нажимаю на эту кнопку, на которой нет никакой надписи. Итак, банда, у нас началась загрузка. Просто посмотрите, какие-то молнии, все красно-темное. А также посмотрите на кактус, он почему-то красный. Черт, что происходит, вы это видите? Что с надписью Бравл Старс? Это жесть! Это реальный Бравл Старс Даркнета. О, господи, просто посмотрите на это! Все красно-темное и все просто в глич помехах. Вы это видите, банда? Очень тяжело что-то рассмотреть, но я пытаюсь. Мне очень сложно будет в это играть, просто ничего не видно. Окей, я, кажется, что-то делаю, что-то непонятное. Тем не менее, проверяю. О, черт, просто посмотрите, что это было! Окей, бро, я попытаюсь выиграть в эту версию Бравл Старса. Почему все темнеет и снова назад возвращается? Вы это видите? Это очень подозрительно, банда. Тем не менее, я пытаюсь сыграть. Пока что не вижу никаких противников. Мне кажется, что я только один на этом сервере. Окей, вот здесь какой-то противник, я не могу у него стрелять, вы это видите? Че, что это за помехи, посмотрите, все просто меняется, это жесть! Господи, мне просто не верится, я купил реальный Бравл Старс Даркнета! Банда, вы также сможете сыграть в этот Бравл Старс, ссылку я оставлю, черт, посмотрите, что это за круг! Вы слышите, это там какой-то крик, это просто жесть! Кто-то кого-то убил, там был реальный женский крик! О, черт, посмотрите, это Шелли! Она подвешена, у нее сносит вот кровавые слезы, вы это видите, банда? Просто слышите, этот плач, это жесть! Господи, выскочила надпись «Мертва». То есть она просто и мертва. Погодите, банда. Она уже изначально была мертва, она была подвешена. То есть я мог каким-то образом ее спасти или что? Как это понимать, банда? А ведь, тем не менее, смотрим, что будет дальше. Давайте просто выйдем. Господи, просто посмотрите на этот экран загрузки, это жесть! Он весь красно-черный! А, господи, окей, нас вернула в лобби, но где Шелли? Где же стояла Шелли, а не Леон? Куда она делась? Шелли пропала из главного меню, то есть она мертва, вы это видите? Это просто жесть, банда, что вообще происходит? Мне пришло какой-то смс. Зачем ты убил ее? Что это значит, банда? Вы сами видели, Шелли сама умерла, она уже изначально была мертвая. Тем не менее, про эти смс мне приходит какой-то сливой пост, который я не знаю. Ты ответишь за это, за что я никого не убивал, банда? Что происходит? Общество мне не сообщает. Ты мог спасти Шелли! Каким образом она уже изначально была мертва? Господи, это просто жесть, банда, мне просто в это не верится, вы сами это видите! Это реально Бравл Старс Даркнета, мне приходят какие-то странные сообщения! Окей, тем не менее, бро, надеюсь, что никто не узнает, где я живу, никто мне ничего не сделает. Возможно, это всего лишь какой-то прикол. Давайте же, банда, попробуем открыть эти кейсы. У нас здесь целых 110 кейсов, давайте уже их откроем. Окей, банда, первый кейс пошел, что же нам тут выпадет? Господи, посмотрите на это! Это же рука Шелли, вы это видите? Она просто отрублена, там даже есть кости! Господи, что это такое? Вы это видите, банда? Это просто...
просто жесть! Получается, кто-то убил Шелли, просто расчленил, а теперь я получил ее руку, как будто собрались сами из частей. Окей, Бада, посмотрите, у нас все так же осталось 110 кейсов, получается, бомба, что они не тратятся. Давайте, Бада, попробовать открыть еще один кейс. Окей, господи, что нам сейчас выпадет, я очень волнуюсь. Черт, посмотрите, это же голова Шелли, вы это видите? Из нее идет кровь, это жесть! Посмотрите на ее глаза, они налиты кровью! Это жесть, Бада, это трупная голова Шелли, вы это видите? Получается, реально кто-то убил Шелли, расчленил ее, и теперь мы получаем ее в кейсах. Черт, посмотрите, мне пришло новое сообщение. Зачем ты отрубила ей голову? Что? Что это значит? Бада, я же никому не отрубал голову. И она просто сама выпала в кейсах. Это снова пишет этот чел, который писал и раньше. Снова какая-то неизвестная почта. Ты маньяк, вы видите, это Бада? О чем это? Он, я же никого не убивал. Как я могу быть маньяком? Да выру все твои кишки, а кровь выпью. Что это значит? Вы это видите, Бада? Он уже реально угрожает. Ты сдохнешь. Ты сдохнешь, он просто спамит мне сообщение в этом, видите, Бада? Черт, что он меня вообще хочет, я же никого не убиваю. Как он вообще узнал мою почту, о чем это он? Я убью каждого из тех, кто посмотрел это видео, что это значит? А в лаги подписывайся на канал иначе. Иначе что, Бада, почему он поставил троеточие? Что это значит? Иначе подвешу каждого, как Леона, Бада! Это просто жесть, еще он когда-то посмеялся. Черт, я не знаю, кто это, Бада, но он очень опасный. Скорее, бандиты, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не знаю, зачем ему это, но сделайте это. Возможно, Бада хочет, чтобы его игре узнали еще больше людей. Тогда он станет известным, а то есть он будет убивать еще больше. Окей, Бада, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы он вас не тронул. Я очень надеюсь, что он сделает свое слово, никто из вас не пострадает. Поэтому Бада просто сделает все это, и я тоже все это сделаю. Господи, Бада, это просто жесть, я надеюсь, вы все сделали. Черт, я уже не хочу играть в этот Бравл Старс. Это все реально очень стрёмно. Я хочу просто отсюда выйти. Играю, иначе Леон умрет. Что? Он как будто меня слышит, Бада. Он написал, что должен сыграть в игру, потому что Леон тоже умрет. Я не хочу, чтобы еще кто-то умер, как Шелли. Я сыграю еще одну игру в этом Баском Бравл Старсе. Господи, посмотрите, это экран загрузки, это жесть. Он весь в негативе, это такая жесть, Бада, мне просто в это не верится. Окей, давайте уже сыграем поскорее, ну же запускай. Черт, вы видите, это Бада. Что вообще с цветами происходит, это жесть. Что это было, Бада? Слышите ли, он просто кричит. У меня просто вылетела игра, даже не мог никак его спасти. Вы это видели, Бада, это просто жесть. Получается, Леон мертвый, черт. Я не смог даже его спасти. Окей, все, Бада, я не смог никак спасти Леона. Он тоже умер, как Шелли, давайте проверим. У нас здесь ворон, кактус. И снова ворон, Бада, черт. Они все мертвые, я никак не могу их спасти, вы это видите? Господи, Бада, это просто ужасно. Не хочу больше играть в этот Бравл Старс. Потому что, как видите, из-за меня умирают персонажи. Это такая жесть. Посмотрите, от него снова пришло сообщение. И убийца, что это значит? Я же никого не убиваю, я же не могу никого спасти. Как я могу убивать, если кого-то просто хочу спасти? Окей, Бада, я просто выйду с этой игры. Но напоследок давайте откроем еще один кейс. Возможно, нам повезет там и подойти чего Леон. Господи, давай, пожалуйста, повези мне. Черт! Вы это видите, это отрубленная голова, Бада! Это голова Леона без капюшона! Так вот, как выглядит его настоящее лицо! Это просто жесть, Бада, из его головы идет кровь, вы это видите? Я убью тебя, он просто этим спамит, Бада! Я не хочу больше играть! А ты, Суприм, Бада, на ваш страх и риск! Ссылку на этот Бравл Старс я оставлю у себя в Инстаграме! Но ссылка будет доступна только для моих подписчиков в Инстаграме! И поэтому нужно будет подписаться на мой Инстаграм! Ссылка на мой Инстаграм в описании! Бада, подписывайся, получи ссылку на этот Бравл Старс! Только, Бада, это все на ваш страх и риск! Вы сами видите, что происходит, это такая жесть! А тем временем, проводком из-за прошлого видео! Господи, близ какие шикарные! А просто, вдруг ты хочешь попасть на чем видео, всего лишь мне нужно опуститься ниже. Нажми на колокольчик и все протяжение видео. Знакомый, как комментируем видео, бандит. А также припомни одно. Оставайся тебе шикарным. Пока!